Портрет сучасного художника дуже важко збагнути, перебуваючи в тому ж часі, що й саме мистецтво. Кожен мазок, кожна фарба на цьому полотні носить людське ім'я. Юра був філософ. І до життя дуже філософський він відносився. Він був іронічний, з гумором. Человек, который очень был связан с вообще искусством, с музыкой, и с, был настолько открытым, что делился всегда с собой. Его было всегда очень много. Человека, когда много, он хочет кому-то что-то еще отдать. Оці всі риси, що лишилися у нас його друзів, вони безперечно пов'язані з духом його майстерні. Її можна описати одним словом. Оце був джаз. Вони йдуть із життя, і ми починаємо розуміти суть деталей на полотні, що здобув майстер пензля для сучасників. Вот он собирал какие-то фотографии, которые он использовал в работе. У него был очень большой фотоархив разных авторов и исторические какие-то фотографии. Но это все он использовал в своей работе. Он же был все-таки книжным дизайнером долгое время, да, и он оформлял книги, за это он получил госпремию. Когда заходишь в мастерскую к Юре, то всегда ощущение было, что ты пришел туда, куда надо. И не дальше, и не ближе. Тебя и Юра встретит, угостит чаем, поставит хорошую музыку, расспросит, выслушает. Вот это ощущение дома. Ощущение дома, которое было в его крови. Мастерская для многих людей была таким оазисом в Киеве, и много людей его посещало, и дружила с ним. Вот, поэтому, конечно, есть какой-то образ. Но вот у меня образ именно связанный с Юрой. И это его творение было, да. Юрій Новіков дихає вільно повітрям рідного міста. З вікна його майстерні на останньому поверсі житлового будинку попід хмарами видно Дніпро. І цей пейзаж вже став частиною його самого. А фантазія художника блукає десь високо у небі, над хрестами й банями. З ним завжди цікаво було розмовляти, бесідувати і так далі. Він почав мене запрошувати у майстерню свою, Печерськ, потрясаюча панорама. І там я побачив деякі його картини, найбільше мені запам'яталася картина «Портрет Параджанова». Це унікально, я такого портрету не бачив ні в кого. Він, напевно, його дуже поважав, цінував, любив Параджанова. І він зробив якийсь такий унікальний портрет. Мы с ним рисовали друг друга, он, значит, говорил, что надо рисовать чем-то энергетическим, говорит, вот надо взять, ну что ты чаще всего, так сказать, у меня есть им же сделанный портрет, говорит, расческа, говорит, это генетический, это биополе, все. Давай. А я, значит, тоже, чтобы не отстать, взял вилку, его вилкой нарисовал. Было совместное творчество? Ну как, просто было интересно рядом быть. Общение, да. И он как-то мне не помог, а просто дал возможность увидеть мир другими глазами, увидеть многие вещи другими глазами. Как бы их и другая значимость, стоимость и присутствие в твоей жизни. В общем, какие-то новые мерила к окружающему миру. Но там висит зеркальце, он закрасил, говорит, когда-нибудь надо будет меня увидеть, расчистишь. А я его еще не чистил. И вот такие какие-то элементы мистики в общении, и какие-то такие все время придумки. Юра познакомился с Параджановым. Вот я точно не могу сказать дату, в принципе, даже год. Почему? Потому что это, ну, это люди без времени. Вот поэтому я так и сейчас не скажу. И виделись они довольно-таки нечасто, но эти встречи, которые были, то, что на Юре это отложилось очень сильно, и на его мировоззрении, и на искусстве, и подходу к искусству, я думаю, что и у Параджанова тоже, потому что это были, ну,
хоть это мой и брат, я скажу, это был гениальный человек. Я не могу сказать, что гениальный художник, но вот гениальный человек, у него была потрясающая аура. Люди к нему тянулись. Вот на вот таких вот моментах они и сошлись. Они сошлись, и, так сказать, и неделю Параджанов прожил у Юры в мастерской, почти не выходя, говорили, рисовали друг друга, слушали музыку. На то, что было, скажем, за кадром, о чем они говорили, я думаю, что это их тайна, она уже ушла и с одним, и со вторым. Оставило, так сказать, впечатление большое и на окружающих. Почему? Потому что Юра много рассказывал после этого, но я думаю, что еще больше он и не рассказывал, потому что этого и не надо. Юрій Новіков – один з тих, хто добре порозумівся з часом. Він приймав усі його новації. Комп'ютерні технології, музична імпровізація – все ставало матеріалом і інструментами для його художніх робіт. Юрий Георгиевич преподавал как бы эстетику женственности, эстетику джаза, эстетику искусства, восприятие искусства, как, какое оно и что нужно смотреть, какие репродукции, каких художников. Он вообще воспитывал очень сильно вкус. Я уверен, что разница в віці. Юркові, здається, він десь років на 10 старший за мене, вона не заважала ні нам, ні, наприклад, його чудовому другові Сергію Параджанову, чи Богдану Ступчичу, чи Юркові Ленку. Вона не заважала нам спілкуватися і знаходити якесь спільне щось. Саме в розмовах, а що є краще, ніж спілкування. Я вважаю, що Юра, звісно, був удивительним чоловіком, достатньо для своего поколения ярких людей, он, я думаю, что он, во всяком случае, по многим вещам имел очень четкое собственное мнение, и с которым нужно было считаться. Картина – это тоже какое-то выражение музыка. Это не только творчество по световой гамме, это и ритм, и мелодия. Ходишь в мастерскую. Это много картин в свет, много интересного. И, как вы знаете, он любил джаз. И мастерская этой атмосферы дышит. Он писал очень много картин именно к этим темам. Естественно, его привлекательности музыку джаза имеют свой отпечаток. Его проявилось чуть попозже, не сразу, потому что, ну, как бы надо было найти соотношение искусства его изображения, то, что он делал, с музыкой. А вначале это было оформление книг, там, много чем он занимался, потому что жизнь была большая. Вот. А это уже со временем, это были и выставки, посвященные джазу. Это была музыка в живописи, живопись в музыке. Это было вместе и джазовые фестивали, и поездки за рубеж. И вот делал он в Польше интересную выставку такую «Параджанов и джаз». Удивительно, удивительно, но вот именно такие вот люди творческие, которые не как бы под линеечку все рисовали, вот все спонтанно было. А это уже джаз. Джаз – это как некое понятие, которое делает музыканта джазовым. Не джазмен создает джаз,
А джаз, проникая через саксофон, делает его джазменом. Обратная ситуация. И точно самое у нас с полотном. Если ты подходишь к полотну, то полотно, твой замысел, пропуская через тебя, выводит его в то пространство, которое является нашим видением, нашим образом, ну, нашей сферой, которую мы хотим создать. И вот когда эти процессы импровизации, импровизация у холста и импровизация с музыкальным инструментом, пусть это будет саксофон, так что они могут идти как в одну сторону, так и в другую. И создавать можно и на холсте, и холст может создавать тебя. И вот эти моменты импровизации, они как раз и являются тем, той смычкой, которая нас объединяет. Розумієте, Юрко не можна було зупинити у пошуку оцього нового, без чого життя митця просто не зрозуміле. Він був надзвичайно широкий по перспективі бачення малюнку свого. Саме оцей краєвид з його майстерні, з останнього поверху цього будинку, що відкривав перед собою весь Київ Лівобережжя. Саме він, я певен, Юркові додав оцього бачення широти життя, широти його малюнку, широти його творчості. Джем Сейшн Арт проєкт, у нас розвитий на 14 років. Потім, зараз от ми вже 5 виставок зробили, а остальные готовятся, но в это время мы сейчас сделаем и работы, проекты для фотобиеннале в Швеции, показавшие его здесь, в Киеве, на международном фотобиеннале. Два проекта – это «Моя любовь» и «Разговор со старыми мастерами». Тоже те работы, те проекты, которые не имеют, в общем-то, мы их приостанавливаем, потом возвращаемся. И вот так вот в рамках вот таких 5 проектов, там, где и у нас и полиграфия связана, вот у нас выпущена уже первая книга по истории Русского музея, следующая будет по иконе, потом будет еще там Львов. В общем, это как бы своя типография нужна. Мы сейчас думаем о своем издательстве, о своей типографии. Для Юрия Георгиевича была степень, ну, определяющим фактором то, что картины не должны были бы продаваться, то есть они должны выставляться, их должны смотреть люди. Был человек юмора и поэтому любил все вещи, что касается современного искусства, делать с неким налетом юмора. Я рассказал мне один анекдот, он был с юмором. Цей анекдот дуже користується популярністю в різних країнах, особливо в наших братніх країнах, це Польща і Росія. Він каже, два кума зустрілися, один другому каже, кум. А у тебя, он говорил российскую мову, а у тебя спида никогда не будет. Кум здивований, майже ображений, каже, а чому це в мене не буде спіду? Не буде, не буде, тому що кум вигандон. От, і, ну, це Юра і цей анекдот, його Параджано, це якийсь такий... Бог тройці любить, і це три частини його буття життя. Це щось було дуже цікаво. А також майстерня Юрія Новікова. Окрім того, що ти виходили у світ картини художника, виходили також і люди. Друзі, однодумці, випадкові знайомі, окрилені бажанням просуватися вперед, у ногу з часом і в мирі з власними творчими поривами. Digital art – это широкое понятие. А вот такие анимационные, они тоже входят в этот общий цикл digital art. Но арт-видео, мы его используем, но в тех местах, где нужно просто подкрепить, и для какой-то статики, допустим, 26 портретов арминалов, солдаты всех видов войск, потом у нас огромная композиция, где Европа, как огромная лужа, в которой лежит убитый боец. Но туда наложен еще третий план, где флажки, где были там сражения, Курская дуга и так далее. И вот этот элемент нашей выставки производил особое впечатление. Почему? Потому что
когда трехслойное событие, и для есть язык, допустим, там вербальный, такой, а тут три изобразительных ряда объединились в один, и, в общем-то, для человека это было таким мощным впечатлением, может быть, даже ударом. Они по большому количеству времени стояли рассматривать, тем более, что музыка, которая была специально написана для этой выставки, она поддерживала это внутреннее настроение. Так классно было живопись. Классный. Человек, который великолепно чувствовал цвет, пластику, форму, очень подвижный. Легко было с ним работать на лету, хватал, что хотел я. Ну, я, в свою очередь, старался понимать его. Кажется, был очень такой ранимый. Вот мне кажется, что очень ранимый человек. Потому что, ну и судьба, это понятно, это родственники, предки, как судьба распорядилась полностью вообще по семье. И, конечно, его в определенной степени это угнетало. Но думаю, что он с этим справлялся очень успешно. Вот это поразительно совершенно, другой бы мог как-то расстроиться, нервничать, он очень, в этом смысле, человек живой и очень жизнелюб такой, серьезный. Окрім сильного характеру і безмежної фантазії, велике ім'я художника, на жаль, часто пов'язане з трагічною історією. Новиковы являются владельцами 10 тысяч десятин лесного имения Минской губернии, приобретенного в 1912 году, и за непродолжительное время успели завести благоустроенное образцовое хозяйство со специальной разводкой рыб и рыбных прудов. Помимо коммерческой, братья Новиковы немало времени уделяют и общественной деятельности, состоя гласными городской думы и занимая разного рода должности в общественных, благотворительных и просветительских организациях, и стяжали себе повсюду искреннюю признательность, любовь и глубокое уважение. И одного раза он меня запросил в свой будинок на Подолі. Ну, выразить благодарность нашим предкам, что все точно было в нас вложено. Записи и дневники прабабушек и прадедушек живы непосредственно дают информацию, которую не найдешь ни в одной из книг. Это записи семейного бытия, переходящие от отцов к внукам. Эти записи рассказывают об отношениях близких людей. Иван и Афанасий, оставшись сиротами, не были брошены на произвол судьбы. Я подивився на цей будинок, и якийсь така, як співається в пісні, та радость со слезами на глазах. Вот это, ця руїна, розумієте, те, що було, ця пам'ять. Щось воно и жорстоко дуже, але все-таки є якась надія. Це представив мені батько. Батько такий високий, інтелігентний чоловік. Я кілька разів запросив його батька на спектакль, а потім він мені написав листа. Що оставить в наследство дітям, внукам? Багатство? А якщо його нет? Так що ж? А если то богатство, которое всегда со мной, мою память, мои воспоминания, записать все, что помню, что видел, что пережил, записать и оставить. Как это было недавно, как это было давно. Любимый родной город Киев, родной старинный Подол, Подол – моя родина. Вот тут мы и жили, тут были наши родные пенаты, наше семейное гнездо, пока не грянула революция, уничтожившая покой, счастье, мирную жизнь. Как от губительного взрыва бомбы люди осколками разлетелись по всей стране. И по нашей семье тоже пришелся этот всесокрушающий удар. Нас изгнали из родного дома, реквизировали все имущество, мебель, вещи, одежду, мамины украшения. Лишили всех гражданских прав, и стали мы, как и множество таких же честных, порядочных людей, лишенцами.
Цього разу до напівзруйнованого дому батька свого чоловіка Георгія Івановича Новікова Софія Петрівна прийшла вже без нього, зі своїми дорослими синами. Тепер вони вчаться жити без Георгія Івановича, останнього молодшого сина київського купця, який звів на Подолі цей будинок, котрий більшість киян пам'ятає як Подільський ЗАГС. Георгій Іванович ще встиг наостанок побувати у цих стінах в домі свого батька. Встиг ще раз пройти кімнатами, де народився і виріс. Де київський купець першої гільдії Іван Семенович Новіков, який посідав у міській думі 6 відповідальних постів, був старостою Притиско-Микільської церкви і взагалі відомою і шанованою у Києві особою, зібрав колись під одним дахом усю свою велику родину. Один совет, который нам остался от нашего отца, это уважать свой труд и уважать чужой труд. Вот это то основное, то, что было и у Юры, сейчас есть и у меня, уважение человеку и его труду. Когда ты уважаешь и ценишь, значит, ты уже сам как человек. І коли кажуть, знаєте, таке смішне оце, він пішов від нас, він митець не може піти. Він завжди лишається, принаймні, в пам'яті своїх друзів, це звичайно. Добре, коли це трапляється, як у Юри. У нього ж було більш ніж 40 виставок по всьому світові. Там, в Швеції, коли ми приїхали, нас, в общем-то, поразило отношення художника, в першу чергу. Все, що нам було необхідно, появлялось в течение 30 минут. Нам нужен был определенный ноутбук, нам нужен был экран. Тут же перегородили стенку, выстрелились. В общем, работать в этой стране художником нам, которые там выставлялись, было очень приятно. Ну и потом, когда уже подошло дело к презентации, уже все было выставлено, все проще. Они уже были нашим рупором, нашим голосом. Они ходили по залам, рассказывали. Как, ну, человек 10 или 12 гидов, которые, значит, ну, нам во время презентации принесли и радость, и, в общем-то, и пользу для нашей выставки. Вот эти новейшие технологии, которые появились с применением компьютера, с появлением программ для художников, причем высококлассных, высококачественных, они позволяют значительно расширить спектр и палитру. Более того, намного структурнее, сложнее подойти к композиции, подойти к цвету, к форме, к пластике и так далее, и так далее, и так далее. Творче об'єднання «Ньюмат» свою назву отримало від прізвищ двох засновників – Новіков і Матвєєв. Хоча сьогодні задоволення від спільної творчості мають вже п'ятеро митців. Проєкт «Джаз Арт» демонструє новий напрямок у сучасному живописі – взаємопроникнення візуального мистецтва і музичної імпровізації. Всі члены команды нашей, то есть мы жутко обожаем джаз, даже устраивая какие-то вечера, то есть у нас постоянно происходит какой-то такой именно джазовый импровиз. То есть, да, поэтому главная идея этого проекта, если можно проговорить. Главную идею этого проекта, ну, скорее всего, то есть постоянно быть живым. Да, то есть постоянно быть живым и постоянно искать новые какие-то течения. Сидели у Юры, слушали джаз, вспомнили про Дрезденскую галерею. Она закрыта была в то время, правильно, на реконструкции. Перекурили. Мы представили себе так, а что бы делал сегодня, ну, например, Дюрер, либо Веласкес, если бы он сегодня работал сегодняшним художником, ну не делал бы он того, что делал тогда. Это не востребовано сегодня, никто так не пишет, это старая манера старых мастеров, она никому уже как бы сегодня не нужна. Ну, будет нужна когда-нибудь, через какое-то время. И представили, какой бы он был бы сегодня. Там самый главный результат, что эти классические вещи, если их один к одному вешать в современных интерьерах, получается диссонанс. И картина не звучит, как, допустим, в Лувре. И интерьер ничего не выиграет. А вот в такой новой подаче она обретает абсолютно новые качества, новую энергетику в современном интерьере. И тогда получается, что она как бы начинает свою новую жизнь. Все мы смертные, но, напевно, своими делами, своим талантом залишається в памяти людина. Це був живопис, це була графіка,
і його розум, його поняття. Я думаю, це буде це пам'ятати, бо людина цікава тільки своїми ділами. Ну, людина відходить скоріше фізично. А оці речі, отой джаз, як спосіб життя Юркої, він лишився. Він не тільки починався від дівчат чи горілки, без того не було мистецтва. Але джаз – це все і пошук усього, що нас оточує, відтворення через себе. Ну, на мій взгляд, для художника саме головне, саме основне – це остро відчувати своє время, відчувати тих людей, які тебе окружають, розуміти їх сущність і намагатися їх, цю сущність виразити. В день его смерти я, к сожалению, тогда ездила по работе, и я помню этот безумный снег, который падал. Ну, то есть было много-много-много снега, я не знала, то есть было очень красиво. И в этот вечер я узнала, что он умер. То есть это было что-то, вот как бы какая-то мистика, это красота и смерть такого близкого человека. То есть какие-то вещи, которые совпали. Какой-то единый ключ, да, і в то же время, то есть ты понимаешь, что жизнь идёт дальше. Для того, щоб побачити всі помилки і здобутки власного шляху в часі, необхідно відчути момент і зупинити колесо. Вже з узбіччя подивитися на те, що збереглося у пам'яті людей, без тебе. Те, що лишилося, і є головним. Тим, що ти шукав, можливо, все життя. Хіба варто сумувати, що перейшовши в іншу реальність, ти нарешті маєш змогу втішатися власним мистецтвом та успіхами учнів? А з цього світу для тебе звучатиме... Time for jazz. Willis Conover in Washington, D.C. with The Voice of America, Jazz Hour. Когда отец встречает сына, говорит, ты знаешь, вот есть фамилия, и жизнь идет дальше, значит, ты должен как-то нести эту фамилию по жизни, и чтобы, в общем-то, потом твоим детям не было стыдно за это.